Сегодня жители Твери собрались на площади Ленина, чтобы отметить веселый Новый год. Ну а главным сюрпризом будет приезд... Морозе! Под звон веселых бубенцов на белых лошадях приехал главный волшебник страны Дед Мороз со своей внучкой Снегурочкой. Поздравить всех жителей Твери с наступающим праздником и подарить настоящую зиму, которую все с нетерпением ждут. Здравствуй, дорогая Тверь! Улицы знакомые и лица в каждый дом. Пусть сказка постучится. В Новый год мы открываем дверь. Все районы города готовились к выступлению, проводили долгие репетиции, ведь этот Новый год посвящен Олимпиаде. Творческие коллективы подарили пришедшим позитивное настроение с танцами и песнями. Программа «Новый год по-олимпийски» с массовыми конкурсами, играми, хороводами понравилась всем. Также для благополучия жителей Тверской области кузнецы выковали подкову – символ счастья. Я хочу всех вас поздравить с Новым годом, пожелать всего самого доброго, личного благополучия вам, вашим семьям. Вместе мы сделаем город краше и лучше. Новый год – это чудо не только для детей, но и для взрослых. Под бой курантов можно загадать самые сокровенные желания. В новом году мы ждем, конечно, любви, хороших подарков, настроения, чтобы все жители нашего города Твери не болели, и вся моя семья тоже, чтобы были все здоровы. Очень хочется, чтобы все получалось, чтобы везло, чтобы здоровье было хорошее в течение всего года, чтобы... радость только была в этом году, чтобы мирное небо было ясное, чтобы зима наконец-то наступила. Я желаю нашим спортсменам в следующем году, чтобы они выиграли много-много золота. Хорошего Нового года. И главное, чтобы Олимпиада хорошо прошла для наших спортсменов. Вообще им удачи желаем. Дедушку Мороза ждут еще во многих уголках нашей Родины. И после того, как зажглась елка, он попрощался со всеми присутствующими и уехал поздравлять жителей других городов.